В этом доме я был прописан с 2003 года, с апреля месяца. Я, моя семья, мы тройняшки, три близнеца, отец военный, 23 года, отдавший вооруженным силам на севере, мать моя воспитатель в детском саде, наш три брата, тройняшки, и четвертый старший брат. А теперь мы становимся официально бомжами Российской Федерации. Вот и я. Здравствуйте. Хочу обратиться сегодня к вам, к правительству Российской Федерации. Как это называется и кто за это ответит? С 2003 года такая семья, как мы, 6 человек, прописаны в сгоревшем доме. В 15 лет вместо того, чтобы учиться, я по столбам объявления клеил. Теперь, не предоставив нам никакого жилья, они сносят наш дом и говорят, что мы не можем вам помочь ни в чем. Виноваты ли мы в этом или правительство? Я не знаю, кто в этом будет разбираться. Но кому-то надо. Если не я, то кто? Я прошу помочь, содействие, так как я призывался с этого дома, отслужил в армии, я и мои братья, стал призером Нижегородской области по армейскому рукопашному бою. И вот так вот отплатило нам правительство Российской Федерации. Это значит взаимоотношения между людьми, между гражданами и правительством Российской Федерации вот такое. Прописать, ничего не дать и сломать. Вот что остается от моего дома. Я прошу правительства Российской Федерации оказать поддержку. Собянин, помогите нам, пожалуйста, чтобы моя семья могла жить в своей квартире. То кроме вас, больше нам некому делать. Потому что за 9 лет я и моя семья устали ходить по съемным квартирам. И заходя в кабинеты чиновников, получать только: ну я не знаю, чем вам помочь. Идите дальше. А куда дальше? Когда вот такое делают с твоим домом. Куда дальше? Когда рядом с этим домом патриарх себе отстроил храм. Куда дальше? Куда мне идти? Скажите мне, пожалуйста. Мы 9 лет уже снимаем квартиру у какого-то начальника бывшего паспортного стола, который нас сюда прописал. По каким-то махинациям. И что мне делать? Ответьте на вопрос, пожалуйста. Бога ради. Так вот у нас и получается. Забрать все у людей, чтобы ничего не было, чтобы вообще жить не могли. Граждане Российской Федерации в своей стране, в своей родине. В своей родине. Вот это 20-й дом. Вот мой паспорт, где на его страницах правительство Российской Федерации поставило печать. Прописан 7-я Лазинки, дом 20, квартира 2, с 4 апреля 2003 года. Если я 10 лет прописан в этом доме, который сейчас сносит, может, хватит гонять такую семью, как мы, как шакалов по стране. Дайте свое, хотя бы будку, чтобы мы могли там жить своей семьей. Как граждане Российской Федерации. Ну а если нет,
Да я не хочу быть гражданином этой Российской Федерации. Приедьте, заберите мой паспорт и у всех моей семьи. Спасибо за внимание.